В Ереване началось шествие. Там принимают участие около 600 человек, небезразличных в ситуации с захватом поста ППС. Все детали прямо сейчас узнаем у Евгении Измановской. Женя готова выйти на прямую связь со студией Лайфа. Что ж, Женя, я тебя приветствую. Ждем от тебя деталей. Кто эти люди, чего они пытаются добиться криками, куда они направляются прямо сейчас? Да, Жень, на участие этот марш начался довольно-таки внезапно, как обычно, к отцеплению каждый вечер, да, как сами помните, приходят сотни людей, сегодня их пришло примерно около 1000, и вот после выступления одного из митингующих, он призвал всех пойти от отцепления с улицы Форинаци до площади Свободы, это примерно около 5-6 километров, и вся эта толпа сейчас идет по улицам Еревана, причем еще раз скажу, что этот марш не согласован, однако полиция не задерживает людей, они, сейчас попрошу показать, идут сбоку и просто сопровождают людей. Впереди этой большой колонны двигается автомобиль полицейских, то есть как бы расчищая им дорогу. Это, как вы уже поняли, да, это оппозиционеры, которые поддерживают захватчиков. У некоторых у них даже в руках их фотографии. Они выкрикивают их имена, просят, чтобы власти услышали их требования. Я напомню, что они хотят смену власти, а также освободить одного из лидеров оппозиционеров, Жераре Сесилиана, который был арестован 20 июня, по версии полиции, за незаконное хранение оружия, а также он готовил вооруженный захват административных зданий. Также сегодня выяснилось, захватчики связались с митингующими и сказали, что уже 2 дня у них нет продуктов, хотя напомню, что до этого им поступало продовольствие, а также у них отключили электричество. И вот, чтобы, видимо, обратить на себя таким образом внимание, они, как сказали, уже сожгли 3 автомобиля полицейских. Мы вчера, как вы помните, позавчера были на территории захваченного ВД, разговаривали с вооруженными людьми САСНСРР, и мы сами видели эти автомобили, там примерно 8-9 газелей и вот небольших легковых автомобилей. Как они сказали, сожгли 2 газели, небольшой микроавтобус, а также еще и сбили беспилотник, который полиция выпустила, чтобы посмотреть, сколько там всего человек, потому что по последней информации их там около 30. Мы тоже примерно видели столько вооруженных людей на территории захваченного ВД. Но, как говорят сами вооруженные люди из САС на ЦР, их там гораздо больше. Ну что ж, мы прошли уже, скорее всего, около километра, нам еще нужно идти примерно 4. Еще раз скажу, что полицейские спокойно идут рядом, не препятствуют митингующим. Жень. Будем следить за вами по ходу вашего движения. Держи нас в курсе, коллега. Я напомню, на прямой связи со студией был наш специальный корреспондент Евгения Измановская. Она рассказала о шествии, которое в эти минуты движется по улицам Еревана.